на сцене Джейк Юбари от iPromo Group, талант с большой буквы «Т». Music Hike, артист лейбла Black Star Inc. Ну, рассказывай, как впечатление от выступления, вообще, какие ощущения? То, как люди отреагировали, на то, что они знали слова, было так приятно. Сегодня представили новый сингл, который называется «История любви». И люди уже подпевали, и мне приятно то, что нас становится больше. Четыре года назад где-то я закончил джазовый колледж, и это был потрясающий опыт. Потом проучился чуть-чуть в театральном, и это был тоже опыт. Потом артист лейбл Black Star Inc. с Тимати объездили практически весь мир 4 года. Что, у тебя очень пронзительный текст, и вот сам или все-таки кто-то помогает? Сингл «Чувства» написал как бы я под впечатлениями, под эмоциями к одной девушке. Она сегодня была на первом выступлении. Она пока что, можно сказать, закрытый персонаж, но вы все ее знаете. Вот «История любви» — это сингл, написали мои друзья-азиаты. Артем и Виктор. Виктор написал музыку, а Артема написал слова. Хотелось бы узнать, как вообще вот iPromo, да? Эта команда, она подает хорошие надежды, потому что они начали еще давным-давно. Фила я знаю давно, Рубена. То есть они все делают очень искренне, от души. Я хочу поблагодарить iPromo Group, GQ Bar за их великодушие, за то, что они продвигают хорошую музыку, помогают вам и нам сосредоточиться на ней. Да, мы живем в городе Москва, он самый дорогой в мире, и много минусов, но также есть и много плюсов. Так что be faithful, будьте добры друг к другу и любите. Music Hike, Black Star Inc. Peace out.